Пятый канал представляет. Многие телезрители уверены, что «След» — лучший детектив на Земле. Да? Теперь им предстоит оценить новый детектив на воде. ФС «Морской департамент». Похоже, мы нашли место преступления. Смотрите, какая интересная штука получается. Темная северная вода. Отличное место для сокрытия следов самых изощренных и запутанных преступлений. Поймем, кто она. Возможно, сумеем предотвратить убийство. Есть одна тонкость. Их расследование под силу только сотрудникам легендарной ФЭС. Илюш, а ты завтра вечером что делаешь? Я? Это совершенно точно не орудие преступления. Неповторимый питерский колорит. У вас есть яхта, катер, лодка. Великолепные водные съемки. Большое прогулочное судно не пройдет. А вот судно классом поменьше. И лучшие детективные сценарии. А может быть, убийца и вор вообще разные люди. Однако кое-что общее между погибшими все же есть. В новом хите Пятого канала «Акватория». Детектив на воде. Он кроме корюшки никакой рыбы больше не признает. Задачка. Скажу ребятам. Интересно. Смотрите только на Пятом.